концу лета на Куковке, на детской площадке у пересечения улиц Питкиранской и Сартовальской, будет установлен большой красивый комплекс в стиле русских сказок. Мы предприняли все меры для демонтажа опасных элементов. Но вполне естественно и логично, что такое место не должно пустовать, оно должно быть облагорожено, обустроено современной детской спортивной инфраструктурой. Собственно, с этим пришли жители и к депутатам Петрозаводского городского совета, и в администрацию, и поэтому мы изыскали финансовые возможности для того, чтобы построить здесь современную новую детскую площадку. Средства, которые предусмотрены на реализацию данного проекта, это 3 миллиона рублей, и вот мы сейчас, учитывая, что только они доведены до бюджета Петрозаводского городского округа, то мы сейчас будем как раз-таки планировать работу, то, что здесь можно было бы сделать, потому сегодня пригласили организацию, которая занимается устройством таких детских площадок. Площадка достаточно востребована у жителей, она большая, площадь позволяет. И я думаю, тут много можно чего сделать интересного. И предложений будет несколько. То есть будет разработано несколько проектов, посмотрят, выберут, что понравится больше. Ирина Юрьевна прекрасно знает, какие жители Куковки боевые, поэтому руку на пульсе держим. Я надеюсь, что все, что запланировано, все сбудется, и всем это понравится, в первую очередь, жителям, которые проживают на микрорайоне здесь. Посередине поставить большой красивый комплекс в стиле русских сказок. Наверное, он сюда очень хорошо впишется на фоне леса. И здесь маленькую зону для детишек, для маленьких отдельно сделать. А Новый год справлять здесь можно будет? Площадка под елку останется, конечно, да, место, конечно же, останется. Здесь елку будем устанавливать каждый год, как и всегда, и поэтому площадка обязательно останется.